буквально за 5 минут вот такое количество польских. Вот такого калибра и качества. Как вам грибалочка-то? Класс! Дорогие подписчики и гости нашего канала, всех вас приветствуем. Выбрались мы сегодня в лес погулять, подышать воздухом, пособирать грибочки. Погода прекрасная. Как это называют, малое бабье лето или старое бабье лето, не знаю точно, там можете написать в комментариях. Вот. Днем солнечно, тепло, хорошо, а ночами уже заморозки хорошие, такие минус 3, минус 4, а может быть и даже и ниже. Но мы не сдаемся, мы приехали за грибами, планируем их набрать. И у нас уже есть первые находки, сегодня у нас 11 октября 2021 года. Давайте посмотрим, что удалось нам найти. Так, вот он первый. Хороший. Надо его вытащить прям. О, это у нас первый польский белый гриб. Так, дальше. Дальше. Сюда пройду. Второй. Вот он-то. Так, третий. Не знаю, какой это гриб. Ух ты, какой-то, кстати, он необычный. О, фига себе он. Какой необычный. Уже, правда, староватый, но посмотрим. Сегодня, я думаю, что нам будет возможность выбирать. Так, вот здесь вот я видел четвертый. Опа, подгрызный чуть-чуть. Зверушки, видимо. Так, там где-то я, по-моему, еще видел. Ну, польский это такой гриб, да, его очень тяжело найти, легко потерять. Вот он, я даже не знаю, находили мы этот или нет. До того, как записывать начало видео. Может быть, даже не находили. Вот, вот его, скорее всего, да, мы как раз-таки не видели, а вот этот я видел. О, какой хороший. То есть польский гриб, несмотря на то, что пошли заморозки, пошел мощный, крепкий и хороший. Так что я думаю, что сегодня будет жарко, несмотря на то, что грибы холодные. Мы с вами сегодня погуляем, наберем грибочков. Я вам покажу, какие грибочки можно находить в середине октября после заморозков. Вперед в сказку! Не забудьте подписаться, поставить лайки, написать комментарии. Для нас это тоже очень-очень важно. Поехали! Ну вот и змея попалась. Скорее всего, это ужик у нас. Кстати, напишите в комментариях. В змеях я не разбираюсь. Представляете, иду, она даже не уходит. Смелая, как... О-о-о-о-о, смотрите как. Разозлилась, что мы ее помешали, но мы, естественно, трогать ее не будем. Пускай живет своей жизнью. Но прям она такая, непугливая вовсе. О, как. В этом году и в Карелии побывал, и по Нижегородке, и по Владимирщине. И нахожу ее в Подмосковье. Она скрывается потихонечку. Уже и не видно ее там в траве. Вот этим и опасны такие болотистые места, что можно наступить на змею. Она, видите, даже не хотела уходить. Ну, продолжаем грибалочку. Такое ощущение, что она уже спит. Да, это змея. Походу, глаза я увидел. Это, я сначала подумал, что червь такой здоровый. Да. Вот сейчас я прям приблизил. Это реально... Что это такое? Напишите в комментариях. Я сначала подумал, что это такой большой червяк. Но цветом похож. Может, это медянка? Каждый раз какие-то... Приезжаешь сюда и змеи видишь. Пипец. Это называется потренируйте зрение. Проверьте, как хорошо ищете вы грибы. Ну, давайте посмотрим. Причем нужные грибы.
Опа, а тут два оказалось, смотрите-ка. Раз, два. Третий. Так. Давайте дальше зрение проверять. Так, видите? Наш товарищ. Четвертый. Ага. Так, видите что-нибудь? Я вижу, смотрите, какой красивый. Какая прелесть растет. Вот он. Так, грибницу прикрываем. Так, как вы думаете, есть еще или нет? Я вот пока не вижу. Но игра с проверкой зрения мне очень-очень даже такая нравится. Главное — внимательность. А вот там вот кого я увидел, посмотрите. Смотрите, какой. Прячется у нас. Наверное, от заморозков. Так. Че, Ром, как у тебя дела там? Показывай. О, доволен? Ты, конечно, доволен. Вот там вот далеко-далеко я оставил свою корзину, посмотрите. Потому что польские грибы вынуждают отходить. Я уже оставил, наверное, кучки три польских. И не знаю, буду сейчас искать заново то, что уже нашел. Смотрите, как активно они растут. Я напомню вам, это середина октября. Я напомню вам, что были заморозки. И заморозки не минус один, минус два, а уже минус четыре, минус пять. И посмотрите, как активно они полезли. И такое ощущение, что даже активнее, чем в последний раз, когда мы ездили. Ковыряем. Ух ты, тут целых три штуки я вытащил. То есть вот из одного места пять штук. Пять штук. Положим их сюда. Так, дальше. Ром, подсказывай, если где-то что-то видишь. Так. Вон рядом с тобой там вижу, смотри. Это же польский у нас. Польский. Нашел? Тоже. Да, маленький еще. Так, хороший. Ну, здорово. Заморозки им явно не помеха. Ну что? Смотрите, что нашел. Смотрите. Как это гриб у нас называется? Это уже у нас не польский. Это у нас уже белый. Белый гриб. Смотрите, какой экземплярчик. Интересный-то. В середине октября в заморозке-то растут. И, между прочим, гриб еще среднего возраста. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Но прям сердце бьется, конечно, по-другому, когда вы находите все-таки белые грибочки. Польские хоть по 20 на одном месте можно находить, но белый – это всегда белый, самый желанный гриб. Класс! А вот вам и белый грибочек. Вот такого качества. Классного, чистый. Сегодня его пожарим, покушаем. Классный грибочек. Грибалочка у нас, конечно, идет полным ходом. Ну что, параллельно собираем польские, но когда находим такие грибочки, душа радуется всегда больше. Польских можно находить и по 20 штук на одном месте, и крутых, и красивых. Но вот сейчас вот посчастливилось найти, давайте посмотрим, что. Самый желанный, самый такой вкусный, красивый. Белый гриб, еще и молодой. И заморозки ему нипочем. Какой красавчик. Вот таких вот все равно хочется больше собирать. Ну, давайте погуляем, еще посмотрим. Может, еще попадутся белые. После таких уже хороших заморозков польские беленькие у нас все равно растут. Смотрите-ка. Наверное, во мху пытаются спрятаться.
О, какой хороший. Хоть и неоднократно уже били заморозки. Вот он первый у нас польский. Смотрите, какой. Опа. Да еще какие хорошие-то, смотрите. Два. А вот здесь вот. Вот этого я увидел изначально. Прям взгляд мой налево пошел. И вот такой вот у нас, смотрите. Самый, наверное, будет классный. Ого. Ну, прям вот что надо для середины октября. Оно даже и для начала октября, и для конца сентября-то идеальные грибочки. Класс. И тут же, смотрите-ка, еще один нахожу. Какой хороший-то, а? Ай, потрясные. Так, мох прям прицепился. Четыре польских. Да смотрите, какие классные они у нас. Супер. Что, Рома растет настоящим грибником, очень много грибов находит, а мне иногда неловко становится. Такое ощущение, что он даже больше находит. Сейчас он вам покажет поляну польских. Раз. Как тут? Ничего страшного, главное грибницу прикрывать. Угу. Так. Есть еще, да? Ну, тут есть нормально. Нормально, да? Ну, я тоже так считаю, что весьма неплохо их тут. Вот. Мох, ничего страшного, грибницу, главное, прикрываем. Мох он здесь вот отрастет. Один. Вот этот крутой, кстати. Смотри, какой. Длинный. Массивный. Так, еще что-то, да, видишь? Да, только я за 6 нашел. Так, где? Это я... Я вот увидел. А, я тоже. Молодец. О. Хороший? Угу. Как грибалочка? Хорошая? Угу. Класс. Что, грибов столько, что я вот не успеваю их находить, потому что я занимаюсь постоянно одним делом. Это режу их. Перерабатываю грибы в корзину, чтобы домой они довезлись уже чистые, чтобы дома с ними не было много работы. Так, польский это такой гриб, его порой приходится искать заново. Уже вроде бы нашли поляну, они такие невидимые. Вон около шишек, кстати, свет, смотри. Вот он, грибочек. Так, вот тоже около шишечки у нас растет какой. Тут хороший, походу, он такой толстячок у нас будет. И, походу, глубокий, да? Ух ты! Хороший такой экземпляр. Классный. Вот у нас тоже растут. Вот. Малыши. И вот. Да, то есть да. Везде у нас польские. Вот этот хороший. Вот этот мы сорвем. Вот эти два. Ну и да, тут тоже можно частично выбрать, а частично оставить. Не знаю, конечно, как они растут, заморозки. Вот есть только, я не знаю, что это. Да это старые. Да. Вот этих вот надо сорвать, наверное, двух, как минимум, можно вот. Давайте я сейчас землю. Из одного корня, походу, они. Ну, ничего страшного. Да. О, какой. А вы не хотите их срывать. Да не. Их надо срывать. Эти это надо срывать. О, пачками прут грибы. Вот опять сейчас буду резать, а они искать. Не дают мне искать, представляете? Ну вот. Только что вот нашли, вроде бы мне надо чистить их, они мне не дают. Уже даже чистить грибы, приходится все снимать. Ну-ка, показывай, где я-то тут их еще не находил. Так. Первый у нас. Второй. Вот он второй. Сорвал, да, его уже. Ничего страшного. Ну-ка, где там третий, что ты говорил, вроде есть еще. Вот третий. Вот третий. Блин, сколько чистить мне опять. Пипец. Вот, ну тут еще есть мох. А вот, вот этого не видел? Вот этого я видел, я его тоже. О. А туда посмотри, вот. Ух ты, еще. Да, но это последний, наверное. Последний, ты уверен? Да. Мне кажется, если поискать, ты еще найдем. Ну да, их тут очень много. Слишком. Да. Грибы атакуют. Да. Грибы атакуют. Армии. Вот, ты говоришь, последний. Не, это хитрые грибы. Маскируются. Да. Да, Ромка? Да, их
много очень. Так, ну, надо смотреть. Обычно, когда выключаешь камеру, всегда попадаются. Прям вот буквально через секунды 2-3. Вот такого вот уже сорвал. Ну, здесь вот у нас продолжают попадаться грибочки. Так. Так. Давайте с вами дальше поищем. Так. Давайте посрываем, посмотрим, какие они у нас. Вот он. В каналах вроде мха меньше, но все равно растут. Так. Так. Такие в каналах более пузатенькие попадаются. Так. Это раздавили кто-то, не знаю. А вот это вот оставили. Так. Вот сюда голову поворачиваю, а тут у нас растет. Даже не знаю, когда они растут сейчас. Потому что ночами морозцы прихватывают. А гриб вроде как основной рост получает ночью. Вот. Сколько езжу сюда, все думаю, последний раз. И опять понимаю, что, наверное, не последний раз попадаются здорово. Время 3 часа дня. Посмотрите уже, как лес. Солнце уже такое стало низкое, что уже не так хорошо освещает даже в 3 часа дня. Лучи солнечные попадают с трудом, хотя это даже не еловый лес, это больше сосновый. То есть просвета достаточно. Это так низко солнце у нас стало, где медиа идет. Но мы с вами собираем грибочки, собираем весьма неплохо. Вот еще один, кстати говоря, около меня растет. Давайте посмотрим. Ух ты, какой здоровский экземпляр. Вот, в самих траншеях уже грибов практически не наблюдаю, видимо, потому что нет мха здесь, а заморозки идут, и грибы уже прячутся. Прячутся в мох. Светлана идет, почему-то не сказала мне заснять, как они росли. Вот таких вот красавцев. Ух, елки-палки. Да, стоящие экземпляры. Классные, крутые прям. Довольна, да? Конечно. Супер. Что, Светлана привела вот на место, где видела экземпляры эти крутые. Ну вот пришли. Они тут на этом месте продолжаются. Так. Так. Вот они. Давай сорву. Ну, здесь какие-то прям толстячки. Так. Ну, тоже можно сорвать, в принципе. Уже вон в амху прячется. Такое большое плодовое тело. Так. И вот здесь вот мои находки. Я должен был найти лично этих крутых. Ух ты, тройной. Ну, один не сорвался. А, тут показался еще два. О. Ух ты, а тут у нас... Это у нас погонец. И тут, по-моему, я где-то еще видел. Где-то. И уже потерял. А, вот он. Вот он же был рядом совсем. Так вот их надо внимательно искать. Класс. Вот они польские у нас. Красавчики. Полянами продолжают атаковать. И конца и края им не видно. Под грибом прячется. Вот он, смотрите. Прям с одного места. Что тут, наверное? Радиус совсем небольшой. Вот они, грибочки наши. Интересно, это все или нет? В этом месте все. Так, давайте пойдемте дальше. Покажу вам, как мы ищем грибочки. Так, где там они? Один или не один? Один. Я думал, поляна у тебя тут. Если была поляна, то тут 10 уже. Так. Или 20. Кстати, тяжело сорвать его. О. Ну, два в итоге, кстати. Продолжаем.
Смотрите, какой. Я прям вижу, что это будет крутой. Не один даже, вон. Тут два. Ай, даже два. Ну да. Классный экземпляр. Таких вот прям хочется побольше собирать. Вот под таким дубком растут у нас полянкой очередной польские грибочки. Мне кажется, они будут очень и очень интересными. Вот это польский боровик, просто по-другому не сказать. Вы посмотрите, еще и маленькие тут рядом растут. Вот он, красавчик просто. Так, а эти два что из себя покажут, интересно? Смотрите, какие. Какие тоже будут экземпляры, похоже. Ух ты. Классные. Вот такой вот эталон гриба просто. Ну и вот здесь вот у нас поскромнее уже. Вот. Опа. Так. Это тоже у нас польский. Так. Ну, вроде бы все. Так, вот около дубков они любят у нас расти. Хорошая полянка. Сейчас покажем вам, каких вот у меня вот такой вот растет. Смотрите, какой. Ух ты. Качественный. Так. И давайте сюда. Ну, давай, Ром, срывай их. Первый, вот два. Так. Так. Вот так, ну вот эти два. Так. И еще. Вот. Смотрите, какие. Светлана там сейчас тоже нашла. Сейчас подойдем. Так. Вот. Вот. Ну-ка. Что у нас там? Покажи-ка. Вот даже у него красный тут. Это не это такая. Так, вон там вот грибочек. Вот он-то. Да, побольше всех. Ну, хорош. Отлично, грибница только. О, какой длинный. Прикрываем. Так, это длинный. Так, здесь у нас, по-моему, все. И 6, и 7. Так, вот такие вот у нас здесь экземпляры. Так, дальше. Дальше. Светлана здесь тоже что-то нашла. Второй я даже, кстати, не вижу, что ты говорил, два. Вон дальше. А, вон вижу, похоже. Кто такой? Хороший. Красавчик наш. Вот так вот мы собираем грибочки. Вот еще. Еще? Ух ты. Вот между ними рос еще один. Отличный. Ну, супер. Будем чистить. Ну что, вот и закончился грибной наш очередной поход. Сегодня хорошо погуляли, подышали воздухом и набрали достойный урожай. Даже больше, чем в тот раз нам удалось. Хотя по времени все плюс-минус одинаково было. И вот у нас такая корзинка. Даже беленький у нас присутствует. Вот видите, один здесь, другой там в польских закопался беляш. А так в основном хорошие. Видите, какие не уступающие некоторые экземпляры, а может быть даже и круче по толщине польские грибочки. Улов хороший, настроение отличное. Грибов достаточно для октября, даже много, я бы сказал. Такая вот у нас корзина. Вот. Ну что, надеюсь, вам все понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на наш канал. Ну а мы сегодня заканчиваем. Нагулялись от души. И сейчас поедем домой. До скорых новых встреч. Пока-пока.